Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, сегодня приехало наше садовое общество попровидовать дачу. Но вот не смогла туда до конца проехать. Ну, решила вот здесь немножко прогуляться. Сегодня у нас, знаете, такая погодка. В общем-то, морозец. Минус 10, минус 15 градусов. И, в общем-то, замечательно. Солнечно, здорово. И я решила немножечко вот здесь прогуляться. Вот здесь, конечно, немножко мешают машина ездить. Потому что суббота, и все стремятся приехать на дачу. Вот. А я вот здесь немножко пройду. Покажу вам те места, где обычно у нас гуляют люди. Вот, вот такая вот природа здесь. Это вот наше садовое общество. Посмотрите. Ну, много домиков. Но сегодня на приедут люди, потому что морозы уже все прошли. И ну, минус 15, минус 10. Для нашей сибирской погоды это, конечно, не морозы. Вот. Вот такая вот у нас панорама здесь. Вот. Немножко пока вот собиралась видео снимать, рука была голая, вся замерзла. Ну ладно, пойдемте посмотрим, как там у нас. Вот здесь вот так вот. Хорошо, хоть дороги чищены, но к нам, к сожалению, не получилось мне проехать, потому что завалило там все снегом. А снегопады у нас были недавно очень обильные. И ну, все дорожки завалило. Видно, никто там не проезжал. Я немножко подвязла. Пришлось откапываться. И побоялась дальше туда ехать, потому что никого нет вокруг, народу. И пришлось вот мне вернуться. Вернуться вот сюда на пятачок. Приехала к нам. И здесь вот прогуляюсь и покажу вам наши места. Конечно, это не то место, где я постоянно гуляю. Вот, но хочу показать вам, как здесь у нас. Вот. Вот так вот выглядит наше дачное общество. Взяла палки свои. И решила все-таки погулять, потому что так надоело сидеть дома. Это вообще морозы, морозы, морозы. Выбежишь там в магазин, туда-сюда сходишь, и все. Вот. И я привыкла к прогулкам, к долгим. Дорогие друзья, так что вот здесь такая дорога. Ну, можно, в принципе... Нет, сюда я машину не рискну, потому что везде, видите, какие сугробища. Если бы я сюда машину поставила, кому-нибудь помешала, вдруг кто-нибудь поедет. Ну, ладно. Ну, а теперь вот здесь пойдем немножко в другую сторону. Хочу показать... Сейчас поменяю руку, потому что лучше смотреть пейзажи, чем заборы. Вот. Вот такое вот. Там вон у горы, видите, красивый-красивый дом стоит. Отсюда его не видно. Ну, сейчас подальше отойду, покажу вам. Машину-то тоже, знаете,
Ну хорошо, здесь вот стояночка небольшая. Я и оставила ее. Ой. Надолго тоже сильно оставлять-то нельзя. Вот здесь, видите, молодой сосничок на полянке. Я уже делала видео и как-то вам показывала. Вон туда я взбиралась на горку вверх, а оттуда показывала. В том году эти сосны были такие маленькие. И посмотрите, как они выросли. Просто вообще я поражаюсь, как здесь быстро у нас растут сосны. Вот. Сосна это вообще очень быстро растет. Небо сегодня такое чистенькое, яркое солнце. Вот. Немножко прогуляемся. Скользковато немного, потому что был мороз сильный, а сейчас вот как бы потеплело, и всегда это чревато скользкой дорогой. Ну ничего, я как бы проехала. Ну вот уже на приехали машины. Вот. Там у нас такая дорога длинная идет туда вот. Это дорога как раз на дачный поселок. Вот к дачному поселку, вот к нашему, к вот этому. Вот. Вот эта дорога. Где в том году здесь я вот гуляла, а сейчас туда машина не проедет. Ну только какая-нибудь с большими колесами, но у меня, к сожалению, колеса маленькие. Вот. И вон тут замок стоит у горы, такой с башенками. А вот рядом дом мне не очень нравится, какой-то некрасивый. Ну, хозяин барин, что хотят, то и строят. Ой, смотрите, дерево все-все в ранетках, в маленьких яблочках. Вот. Там собак распустили. Вон их там целая свора. Я туда не пойду. Вот. Ну вот, показала я вам такую дорогу. А сейчас я поеду на свое место. На свое место гулять, где я привыкла. И оттуда буду вести свой репортаж, дорогие друзья. Вот. Ну вот, еду на свое любимое место. Это немножко... Опа, машина немножко забуксовала. Здесь немножко воздух почище, и хотя везде у нас тут чистый, причистый воздух, но я здесь всегда гуляю. Это мое самое любимое место для прогулок. Но сейчас немножко отключусь, потому что так. Ну вот, я уже на месте. Беру свои палочки и пошла гулять. Вот. Сейчас попробую. Вот такая здесь панорама. Вот такая. Здесь красота. Рядом сосновый бор. Тропинки животные уже наделали. Сейчас попробую палочку вытянуть, а то как-то... Вот сейчас пройдемся вон туда, покажу вам там место. Здесь такой чистый горный воздух. Просто красота. Просто красота.
здесь, посмотрите, какой здесь сосновый бор. Вот эти три сосенки стоят маленькие. Ну, просто прелесть. Так, ну сейчас я другую руку хочу взять. Это немножко не то место, где я гуляю, но там немного не прочищено, и машин много стоят. Я ушла оттуда. Вот здесь безлюдно, никого нет. Слушайте, какой чистый снег. А мне ведь надо снега набрать для дельфиниума. Экологически чистый снег. Вот знаете, где-то я... видела, луна на небе, уже она скрылась. Была. Надо еще посмотреть благоприятный день, число, когда буду сажать дельфиниум. И все я вам, друзья мои, покажу. Но надо обязательно на снег посажу, потому что в прошлом году я сажала просто так, хотя они очень у меня успешно взошли, семена. И я вам показывала, как они у меня, их посадила на даче. Вот. А нынче я хочу эксперимент провести под снег. Уже купила красивые семена. Все я вам покажу. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. Вот такая здесь панорама. Считаю, что я в горах гуляю. Вон. Там далеко-далеко вот. Если туда прямую линию провести, там наши дачи. Вот. А я сюда забралась сегодня на гору. Не всегда в одном и том же месте же, правда, гулять? Надо в разных местах гулять, друзья мои. Вот. Такая панорама. Там такие домики стоят. Снег с сосен падает. Ой, как здесь хорошо дышится. Прямо красота. Небо сегодня такое блеклое, не очень сильно яркое. Небольшой-небольшой ветерок. Вот теперь я с горы. Хочу вам показать, как здесь все выглядит. Вот. Я уже собралась под самую гору, видите, прямо к соснам. Так. Вот. Посмотрите, как с высоты, с этой горы нашей смотрится. Поселочек. Вот. Так, надо посмотреть. Вот так вот. А это другой вид. Такая красотища. Ой, совсем уже высоко стало. Круто. Ну ладно, дорогие друзья, на этом, наверное, я свое видео заканчиваю. Всем пока-пока, до новых встреч!